Премьера на национальном телевидении. Смотрите во вторник, 30 сентября в 20 часов программу «Бумеранг» с Натальей Володиной. Гости студии – главный терапевт-пульмонолог Минздрав соцразвития Чувашии Владимир Дубов и главный фтизиатр министерства Надежда Апраксина. Вы узнаете, почему заболевания органов дыхания лидируют среди всех болезней жителей республики, легко ли заразиться туберкулезом и как выстроена работа пульмонологической и фтизиатрической службы в Чувашии. Аудиоверсию телепрограммы слушайте на Национальном радио в среду 1 октября в 20 часов 30 минут.